Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Почти 1000 водителей в Кировской области в этом году наказали за несвоевременную оплату штрафов ГИБДД. На это отводится, напомню, 2 месяца. По данным госавтоинспекции, более 600 должников получили штраф в двойном размере. Почти 100 отправили под арест. В 95 случаях суды назначили неплательщикам обязательные работы. Большинство водителей оплачивают взыскание в первые 20 дней с 50% скидкой. Трасса 101. Паутина. Система с таким устрашающим названием заработала в Центральном федеральном округе, сообщают СМИ. Благодаря ей полицейские смогут искать угнанные автомобили. Позже ресурс оснастят функцией обжалования штрафов за нарушение ПДД. Это каким-то образом будет завязано еще и на портал госуслуг. Якобы в недалеком будущем паутина накроет все крупные города нашей страны. Трасса 101. До конца нынешнего года в нашей стране собираются создать прототип автобуса, работающего на водороде. Якобы работу в соответствующем направлении уже ведет Камский автозавод. В 2022-м он приступит к испытаниям новинки, а ее массовое внедрение запланировано на 2024-й. Одновременно надо будет создавать соответствующую заправочную инфраструктуру. Трасса 101. В 2030 году в России может вступить в силу закон, обязывающий автопроизводителей выпускать определенный процент электромобилей, а также машин, работающих на сжиженном природном газе и даже на водороде. Государство собирается поддерживать данное направление, как именно, пока не сообщается. При этом ставка будет сделана на отечественные технологии. Например, это относится к производству литий-ионных аккумуляторов. Трасса 101. Автопроизводители один за другим являют миру свои серийные электрокары. Вот и компания Citroën туда же. Французы представили миниатюрный электромобиль, предназначенный только для одного человека. Оснащается он 8-сильным электродвигателем. Максимальная скорость – 45 км в час. Запас хода – 75 км. Стоимость новинки в переводе на рубли – порядка 600 тысяч. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.